Подари своей коже плотность и упругость. Уже с раннего возраста, после 30 лет, у нас начинаются процессы биодеградации коллагеновых волокон. И медленно, но верно наша кожа теряет эластичность. Появляются первые носогубные складки, изменения в овале лица. Для того, чтобы спрофилактировать образование данных дефектов, нужно проводить профилактическую терапию. Идеальным препаратом для этих целей станет препарат Revitanaps. Он не перегружает кожу гиалуроновой кислотой, не дает лишней отечности. В состав препарата входят пептидные и аминокислотные компоненты, которые работают на стимуляцию коллагена и эластина и делают нашу кожу более подтянутой. Такая терапия также подойдет и более возрастным пациентам после проведения курса ревитализирующей терапии. С возрастом нашей коже не хватает влаги. И все пептидные компоненты, они активируются только в том случае, когда в коже гиалуроновой кислоты достаточно. Поэтому, если ваш пациент жалуется на сухость, то изначально вы должны провести процедуры ревитализации, насытить кожу гиалуроновой кислотой. А далее, как поддерживающий курс, использовать препарат Revitanaps. Именно он будет поддерживать коллагенообразование на должном уровне и сохранять упругость и эластичность тканей. Можно инъецировать его как на зону лица, так и на зону переорбиты. Мы рекомендуем бугорковую технику. Для достижения оптимального визуального результата необходимо использовать от 3 до 5 мл на одну процедуру. Мы рекомендуем бугорковую игольную технику. Применяйте препарат Курсова от 7 до 10 процедур с интервалом в 2 недели.